фен или плита. Что лучше для самогонного аппарата? На самом деле, каждый из видов нагрева имеет свои плюсы и минусы. В этом ролике я расскажу про них, а вы в комментариях напишите, согласны со мной или нет, чем пользуетесь сами и довольны ли вы своим выбором. Фен – это трубчатый нагреватель, который устанавливается в бак. Он напрямую соприкасается с жидкостью, благодаря чему имеет почти 100% КПД. Он компактен, удобен, прост в использовании. С другой стороны, фен не приспособлен для перегонки густых брак, так как частички сырья пригорают к спирали. Фальшдно лишь частично спасает ситуацию. Также надо помнить про неснижаемый остаток. Если зазеваться, фен можно запросто спалить. Теперь о плите. По сравнению с феном, она имеет более низкий КПД, так как нагревает дно, а не саму жидкость. Но свои плюсы у нее тоже есть. Она универсальна, одинаково успешно позволяет перегонять все виды брак. Кроме того, ее можно использовать и для других бытовых нужд, не связанных с самогоном. Так что же выбрать? Мой совет банален. Отталкивайтесь от своих потребностей. Если в приоритете сахарные браги, то фен будет удобнее. Если ищете что-то более универсальное, можно рассмотреть недорогую индукционную плиту на 2-3 кВт.